Добрый день, дорогие первокурсники. Вы уже сейчас первокурсники. Как проректор по образовательной деятельности хочу обратить внимание, что ваша первая задача – это учеба. Учеба успешная, а это связано и с посещением занятий, это связано с выполнением всех контрольных мероприятий и, конечно, своевременной сдачи сессии. Ну, Александр немножко здесь вас поднапугал, что процент отчислений высок и так далее. Да, это так. Но, тем не менее, дорогу осилит идущий. Никогда не забывайте русскую пословицу: век живи, век учись. Вы прошли первую ступень образования, получили либо среднее общее, либо специальное образование. Сейчас вы победители, поскольку вы перешли на новую ступень. Вы приступаете к получению высшего образования. Так вот, я желаю, чтобы этим не заканчивалось, и после окончания образовательных программ, которые вы выбрали, вы и дальше продолжали упорно учиться. В добрый путь!